А в минувшие выходные тверские суворовцы попрощались со своей альма-матер. Торжественная церемония прошла на плацу перед учебным заведением. Документы об окончании обучения выпускникам вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Это 74-й выпуск Тверского суворовского военного училища. Аттестаты об окончании учебного заведения получил 71 воспитанник. 8 из них – отличники. Им были вручены медали за успехи в учении. Еще 22 суворовца получили похвальные грамоты за особые успехи в изучении отдельных предметов. С окончанием учебного года ребят поздравил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Вы закончили лучшее училище в России. Надеюсь, что 7 лет, проведенных в стенах замечательного Тверского суворовского училища, закрепили, укрепили вас. Вы получили хорошее знание. И у меня нет никаких сомнений, что в вашем лице мы увидим достойных защитников России, людей, которые будут укреплять ее обороноспособность и могущество. Позади 7 лет, наполненные учебой в условиях военной дисциплины. Так ребята приучались к порядку. Воспитанники училища много времени уделяли занятиям и физической подготовке. Провожали во взрослую жизнь выпускников те, кто всегда был рядом. Воспитатели, наставники и, конечно, родители. Поздравительные и напутственные слова суворовцам сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Я желаю вам, выпускникам уже обновленного Тверского, Калининского, Суворовского училища достойной службы на благо нашей Родины. Хотел бы напутствовать вас словами нашего прославленного полководца Александра Васильевича Суворова. Жизнь и доблесть офицера в победе всегда достойно несите звания выпускников Тверского, Калининского, Суворовского училища. Вручение аттестатов суворовцам прошло ярко и в соответствии с традициями учебного заведения. Ребята кружились в вальсе, исполняли гимн и немного грустили из-за того, что им придется покинуть уже ставшие родными стены учебного заведения. Для нового начальника училища генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова 74-й выпуск суворовцев стал первым. С вами, ребята, вот с вами, с 11-м классом и с пятиклассниками, которые меня в этом году набрал, мы снова заложили новые традиции во славу нашего Тверского, Калининского, Суворовского училища. За это вам огромное, огромное спасибо. Огромное спасибо, родители, что у вас отличные сыновья. Я вот такого количества грамотных, добросовестных, открытых ребятишек, ну уже не ребят, а ребят, я в жизни своем не видел. Выпускники Суворовского говорят, что они всегда будут помнить бесценное время, проведенное в стенах училища, уроки и заботу наставников. Воспитание дисциплины в человеке, самостоятельности, очень хорошие преподаватели, отличные начальники. Все наши знакомства, они и очень полезные, и очень крутые. И на самом деле здесь выпускаются ребята с чистой душой, которые всегда готовы прийти на помощь. И на протяжении этих 7 лет мне это только все время доказывали. Объединяет всех суворовцев их неизменный девиз, которому они остаются верны и после выпуска. Жизнь! Родине! Честь! Никому! Добрый путь, ребята! Спасибо вам!